Скоро будешь мелодии писать, да? Кнопа. Будете вместе с папой музицировать. Он себе давно мечтает купить этот, как его, синтезатор Yamaha, да. Ну, начнем с малого, с катафона. Всем привет! Хочу похвастаться, какую замечательную игрушку мы получили в подарок. Эта штука называется катафон. По сути, пианино, но в форме кота. Поэтому, соответственно, и катафон. Включаем. И... вот такое вот замечательное пианино. Здесь есть несколько режимов. Есть просто кот, поскольку это катафон. Орган. Вернемся к пианино. Здесь просто мелодия. Короче, это все те мелодии, что мы слушаем на YouTube с английскими мультиками. Очень много знакомых мелодий. Реально, здесь все мелодии знаю. Чтобы все это остановить, просто нажать кнопочку «Стоп». Это как раз нос кота. И такие глаза прикольные. Очень прикольное качество. Мне нравится, как сделано. Фирма называется Батат. Есть подделки, поэтому будьте осторожны. Мы эту игрушку присмотрели в Антошке, поэтому мы там уже испробовали его. Поняли, что нормальная музыка играет. Так, стоять. Потому что некоторые китайские пианино, они очень противно играют. Либо просто только мелодии. Знаете, нажимаете одну клавишу, а там какая-то музычка играет. Но это не то, это не лучшая вещь для развития ребенка. Что это? Песня про котика. Ладно, остановим. Здесь есть микрофон, можно петь. Смотрите, кнопка рекорд, можно записать свое пение. И потом проигрывается. И тут же такие ритмичные мелодии. Я думаю, вам слышно. Ага, и увеличивается темп мелодии. У меня что-то похожее на барабанах Yamaha когда-то было. Стоп. А, ну и звук, конечно же. Все работает замечательно. Специально решила все проверить, не распаковывая. Самое прикольное, что я сразу дала дочери, ей 6 месяцев, чуть больше 6 месяцев. И она сразу заинтересовалась игрушкой. Она поняла после пару раз, что от ее движений воспроизводится звук, и пыталась руками что-то там еще больше тарабанить. Пока я была в другой комнате, я постоянно слышала, как что-то бренчит. А потом я забрала ребенка, а этот катафон лежал отдельно, и спустя где-то минут 20 я услышала какой-то странный звук, я не поняла, что это, потом прислушалась. Катафон решил напомнить о себе. Он начал мурчать и мяукать. Это было очень смешно. Это как напоминание о том, что не забывайте выключать, потому что батарейки все-таки садятся. Они дорогие. Так, я пока отключу. Рычагом мы выключаем. Здесь такие есть штучки, чтобы не царапали стол. Удобная ручка, чтобы его носить. В общем, крутая вещь. Надо будет... О, здесь еще что-то внутри. Что это? Ладно, сейчас возьму ножницы и распакую все это. Нашла инструкцию. Оказывается, что это игрушка от 2 до 6 лет. Но
Я рекомендую ее уже с 6 месяцев, поскольку ну, ребенок заинтересуется, он будет что-то пытаться сам. Это все-таки развитие ребенка. И здесь, оказывается, по мелодиям вот этим целых 20 мелодий разных. Что тут еще написано? А там, где котик нарисован, там вот здесь, там, оказывается, 7 кошачьих обработок известных детских песенок. Распаковав полностью, обнаружила, что микрофон здесь регулируемый, шнурок имеет. Вот так можно. И обратно с помощью кнопочки он заскакивает. В общем, прикольная очень вещь. И классно, что она не на один год ребенку. И чем раньше вы купите, тем лучше. Потому что ну, не нужно 2 лет ждать, чтобы ребенка заинтересовать какими-то звуками. И клево, что здесь передаются практически натуральный звук пианино, что очень важно. Вы же не будете малыша сразу за большое пианино садить. В общем, прикольная вещь. Сейчас еще придет мой муж. Он чуть-чуть умеет играть, затестит. Какие-нибудь мелодии попробует. Игрушка клевая. Реально, я очень довольна качеством. Какой материал здесь приятный. Пока что это происходит руками, ладошками в полной мере. Позже она поймет, что нужно это делать пальчиками. Вот. Чем полезна пианино? Моторика, мелкая моторика рук очень хорошо развивается. И память хорошо развивается с помощью пианино. Да, она знает, что эти кнопочки тоже что-то значат. Она видела, как мама это делает. Вот так у нас юный музыкант растет. Учитывая, что этот кот очень прикольный, яркий, ребенка вообще, наверное, сложно будет оторвать от такой игрушки. Очень многофункциональная игрушка. В общем, можно петь, можно играть, можно все это совмещать. Так что рекомендуем к покупке. Обязательно смотрите, чтобы производитель был Батат. Моя девочка. Ты будешь музыкант? Умница. Давай еще, покажи, как ты играешь. Мы сразу и танцуем, и играем. Какая у нас талантливая малышка. Позируешь? Да, потом будешь сидеть, играть. Короче, куча котов. Мы в восторге, да? Вот. Так я умею. Покажи еще, как ты умеешь. Покажи. Давай второй ручкой. Опа! Послушаем рок. Да, прикол этой штуки, что если зажать клавиши, то ничего нельзя переключить. Интересный нюанс. А ну-ка. Опа. Все.
скоро придет папа, покажем ему концерт, да? Готовимся, репетируем. Да, ты согласна со мной. В общем, красавица наша разберется, да? Пока-пока! Давай, сделай всем пока-пока завершающий какой-нибудь. Сыграй нам что-нибудь интересное. Вот так вот мы с вами прощаемся. Пока-пока!